встречайте, у нас в гостях Настя Каменский! Энки! А у меня такой вопрос. Ты когда-нибудь смотрела сербское телевидение? Нет. Нет. Значит, думаю, теперь и будешь. Недавно сербское телевидение закупило форматы телепередач, но старые. Старые, и переделали их по-своему. Итак, смотрите в новом сезоне. Сербский вариант передачи «Играй гармонь, хренач баянку». Сам себе режиссер, сам соби и кустурица. А также «Любовь с первого взгляда», «Попихушки с первого зырку». Да, у них, у сербов, так. Но можете не переживать, фанаты Тринко Бринчича, не расстраивайтесь. Ваша любимая передача останется в эфире. Так что, Анастасия, тебе сегодня повезло. Можешь поучаствовать в сербском телевидении в передаче «Орально звезда». Так что, как говорят сербы, кидай свои чресла, как у Ким, на стульчак. И чекайте, ее постоянный несменный ведущий Тринко Бринч. Здравствуйте, дорогие теленаблюдашники. Рукошлепки, хей-хей. Да, в эфире музыкально-децибельная программа «Оральная звезда». Я и ведущий Тринко Бринч. Рукошлепки еще раз, хей-хей. И сегодня к нам загостевала славно известная горлодралка в стиле хип-хоп и поп, как у Ким. Знатна Айрон Бикса. И бывшая участничка рэпнутого дуэтчика «Косолапы Настя». Настя Каменских, или кому в западляк шевелить помелом, НК, рукошлепки. Громадна благодарочка за то, что сыскали малу дырку в вашем графичке между выступленницами и самоселфиванием в кружевных труханах для инстаграмчику. Первая упрошалка про ту вашу потрясно-булкову, свежо-популярну, хитованную попа как у Ким песню. Я, как ваш поп-клонник, сперва думал, что вы толсто намечите на кардан Кардашьян. Но у клипешнику есть пародия на ядерноватого Ким Чен Ина. Давайте посмотрим. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. То такая вопрошалка. Чи есть у вас хотелка запеть иншоржачные эротовани псняки про диктаторов? Могу даже подшпаргалить названица в рифмочку. Фигура как у Мадуро. Сюсселини как у Муссолини. Ляшки, как у Лукашенко, Сашки. Гениталина, как у Сталина. Все, что ниже плеча, как у Ильича. Ну, что скажете, Настюля? Я не могу еще разобраться с тем текстом, где я там дырку нашла. Извини, пожалуйста. Настя, вопрошалка такая, любите веселых хохмачей? Конечно. Лысых веселых хохмачей? Конечно. Да, значит, ты сочно горлодралка. С такими артистическим потенциалом. Я возьму себе это в концерт. В передачке «Улыбни хохмача», рассмеши комика, смехомемлят в спиногрызы. Чи не это жестко заставлять малогодных пешкоподстольных отпрысков лупоглазить на грудь, когда их только от нее отлучили? Это вопрос? Извини, пожалуйста. Это утверждение. Я уже на горлодралке теперь застряла. Это классно. Значит, в передачке бывают смешат пубертаты подросткового возраста. Ага. Они уже зазыривают на вас не по-детски и потом рукоплескают вам втихаря от предков. Наступная вопрошалка. Не так давно вы закумекали придумку создать полоску спортивной одежонцы. Халяв на совете на что на ногу стартапчика. Зараз на проектованном экране мы можем зазеркувать твои фото с инстаграмчика. Я знаю, как их это можно продать задороже, раз их тут больше, чем 102 штуковицы. Можно сделать так. Це ще раз Краснобуково було боліть, що ти дуже козирна горлодралка. Так сказати, карта козирної Насті. Саме время прорекламовано лізнуть партнерушки.
Реклама. Сербское подпольное игральное казино «Анам Покер». «Анам Покер» не запретно, когда подмазано. Наш смачный бабло вдуй, французско-сербский жабозабойный комбинат «Лягуша». «Лягуша, бей жабов, спасай Сербию». Тебе репертуарчику есть песни на русском, украинском, английском, испанском. Скажи, ты так, как глубоко полиглотка, не хочешь загорланить песню на сербском? Можно. Можно? Да, так, мне очень нравится. Это славно, и тем более, что вовсю горланят твои хитулины в дуэтчике с косолапом на сербском. Отже, я тебя попрошу заспевать куплет твоей песни «Тримай». Давай. Ты куплет, а я приспів. Добре? Поїхали. Давай. Скаже, що тебе турбує, і ніжно поцілую, і все замить мене. Хто б знав, як тебе люблю я, на все задля тебе піду я. Ти тільки не відпускай мене, моє серденько не відпускай, хай за тебе лине. Це відло кохання мого. Ву! Ой, цапай, через тирні швиряй мене ти. Ой, цапай, я так втрескалась в тебе. Засклерось, всі кого ти замацал до мене. І цапай, мою клешню не отривай.